Намасте, добро пожаловать в первый ресторан индийский кухня Дхава в Твире. Одна из самых популярных кухонь мира раньше не была полноценно представлена в Твери. Но с открытием ресторана Дхаба любителей этого гастрономического направления стало значительно больше. Секрет в разнообразии блюд аутентичной кухни Индии и просторном колоритном зале. Дхаба – сетевой ресторан, и первый из них открыт индусами в Москве. Для людей это нетривиальная кухня, именно в Твери, да, если Москва, она большая, то... а у нас такого не было. Это необычно. Повара у нас индусы, именно с Индии высылают. Они вот прям душу вкладывают в свою работу, они когда вот готовят, это вот песни поют, то есть свои тематичные, прям заряд, а еда-то она чувствует, и вот, ну, это очень важно. Отзывов положительных очень много, именно на словах, то есть именно за атмосферу говорят, за душевность, теплоту. Все специи, рис басмати и немало других ингредиентов привозят из Индии специально для ресторана. Смеси приправ в сочетании с разными продуктами придают необыкновенный вкус, например, курице или овощам. Новое прочтение знакомых продуктов открывают и традиционные индийские способы приготовления. Это мургмалай тикка. Есть блюдо тандури. Например, вот эта курица мургмалай тика. Она маринуется в сметане, сливках с ореховой пастой, кешью и различными специями. Кардамоном, перцем, кориандром и другими. Ну а в качестве закуски или перекуса в Индии очень популярны такие вегетарианские пирожки самоса. Для начинки используется картофель, горошек, кешью и приправы. Подаются с соусом. Особый акцент в индийской кухне, конечно же, в изобилии специй. Карри, масала и другие. Они сочетаются с мясом, рыбой, сыром и овощами. В аутентичной версии блюда достаточно острые, но в ресторане Дхаба шеф-повар предлагает гостям самим выбрать насыщенность специй или вовсе минимизировать остроту блюда. Чтобы прочувствовать и раскрыть вкус разных видов карри, индус рекомендует их сочетать с рисом или, например, лепешками тандури. Специи обязательно добавляются, просто минимум, если не хотят слишком острого. И эта острота не будет чувствоваться, будет пряность ощущаться, не яркая, а тонкая, а остроты будет прям минимум. Но эти специи, эта острота, она не так влияет на организм, как вот у нас, например, перец острый. Это все благоприятно сказывается в сочетании с их приготовлением, с соусами, которые они добавляют. И, конечно, палитру вкусов завершит традиционный индийский чай масала, приготовленный путем кипячения черного чая в молоке и воде со смесью трав, специй и имбиря. Колорит кухни дополняет стилизованный интерьер и вечера индийской музыки и танцев, которые проходят по выходным. Двухуровневый зал ресторана Дхаба и сцена отлично подходят и для полноценных концертов, поэтому здесь нередко выступают вокалисты, музыканты и группы. И, конечно, отмечают праздники и дни рождения. Для именинников у нас 10% скидка действует, во-первых, на кухню и через дня рождения. Неделя до, неделя после. Также мы предоставляем какие-то подарочки, десерты именно индийские. Как говорит команда ресторана Дхаба, отличным знакомством с индийской кухней может стать и бизнес-ланч из 3 блюд. На выбор стандартный и вегетарианский вариант. Действует доставка по городу. Дхаба открыта в торговом центре «Рубин» и работает ежедневно с 11 утра до 11 вечера.